Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 25 ноября. По народному месяцу слову Иван Милостивый. В этот день христиане чтут память святого Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Жил в городе Александрия, 6-7 века. Про ноябрь в это время говорили: «Бедна светом поздняя осень, но ноябрьские ночи до снега темны, а он частенько на Ивана Милостивого падал, за что святого в народе еще Иваном Снежным называли. Но если случался в этот день дождь, значит, оттепели до самого введения землю чернили». Старики в это время с печей не слезали. Ребятишкам строго-настрого запрещалось выходить из дома, чтобы грязь по дорогам не месить. А девушки, сбившись с тайкой, вспоминали подробности подружкиных свадеб. Свои-то им до самого Рождества приходилось откладывать, потому что Иваном Милостивым завершался осенний свадебный цикл. Следующие семейные союзы заключались уже только с окончанием зимы, на Масленицу либо на Красную Горку. Поэтому девушкам и юношам, не встретившим свою судьбу, приходилось ждать до весны и завидовать более удачливым подругам и друзьям. В некоторых районах Белоруссии этот день назывался Днем подарков, и люди старались с кем-нибудь хоть чем-нибудь поделиться, подарить какой-то подарок. Это считалось доброй приметой. Про снег, который в этот день часто покрывал землю, загадки загадывали. Скатерть бела весь свет одела. Бело покрывало на земле лежало. Лето пришло, оно все сошло. Белый тихон с неба спихан, где пробегает, ковром устилает. К этому времени замечали, что становится все больше клестов, снегирей, соек, свиристелей, которые быстро осваивались на новом месте. Неумолимо приближалась зима со своими холодами. Особенно это касалось северной части России, а в южных регионах зимы все-таки были малоснежными, хотя и ветреными. В этот день примечали: если изморозь поутру появилась, жди вечерних заморозков. Поставленная в выпавший снег соломинка не проваливается, то снег не растает. Идет дождь, то в течение 7 дней наступит оттепель, а до февраля будет сырость и влажность. Облака низко плывут к морозным дням. Плывут против ветра, то приближается снегопад. Если при горении дров зола быстро появляется, то скоро наступит теплая погода. Огонь в печке шумно трещит и ярко горит к сухой и морозной погоде. Каков Иоанн, таков и декабрь. А если в этот день холода не наступили, жди весну раньше обычного. Братья месяцы.